Ням-ням, вкуснятина. А это что? Я скоро стану мамочкой. Ура! Ух ты, как вырос животик. Ой, а где мой? Почему его нет? Лалилу, я волнуюсь. Не нервничай, тебе нельзя. Возьмем шарик для пинг-понга. Разрежем ножом. Воздушный пластилин. Сделаем пупочек. Выберем цвет. Телесный. Сколько детей будет у тревожности? Посчитай сердечки и напиши ответ в комментариях. Спасибо, так-то лучше. Смущение, смотри, мы будем родителями. Чьими? Как чьими? Посмотри на животик. У меня тоже есть. Даже больше, чем у тебя. What? Ой, ложка упала. Дашь мне свою? Странная она какая-то. Этим нельзя есть. Что-то мне нехорошо. Ты объелся. Померю температуру. What? Градусник показывает две полоски. Это не градусник. Смотри, мне конец. Дай послушаю. Внутри слишком много мороженого. Ой, малыш пинается. Дай послушаю. Может, и ты померяешь. Это наши детки. Так я буду папочкой. Я счастлив, милая. Смотри, теперь ты как я. Кто же будет у пары? Узнаем на гендер-пати. Вау, формочки. Перенесем силуэт. Гофрированная бумага. Эй, мистер Зубастик, пока достаточно. Серединка из фетра, вторая часть. Заполним звездочками. Пиньята готова. Добро пожаловать на гендер-пати. Всем привет. Сегодня мы наконец-то узнаем пол деток. Еппи! Ну же, кто первый? Я начну. Ответ в пиньяте. Осторожнее, любимая. Ну, кто же там? И розовые лепестки. Ура, это девочка. У нас будет дочка. Good. Поздравляю, теперь наша очередь. Бей посильнее. Не выходит. Вот это удар. Мальчик, это мальчик. У меня будет сын. Wow. Милый, давай ты, ну уже. Okay. Недостаточно сильно. Ой, а мне не нравится. Что же делать? Дерево. Ауч, прямо по голове. У нас будет тройня. Поздравим будущих родителей. Я такая голодная. Yeah. Животик урчит. Хотим кушать. Как насчет брокколи? Не хочу. Я закажу пиццу. Алло, бонжорно. Один момент, сеньоры. Есть заказ. Приготовим тесто. Какое мягкое. Подкрасим корочку. Лучшая начинка. Мамма мия. Остальные ингредиенты. Не забудьте помидоры. Острый нож. Целая доска. Разложим начинку. Натрем сыр. Отправим в духовку. Горяченькое. Украсим зеленью. Перфекто. Готово к доставке. Я уже тут. Держи. Она слишком большая. Придется нести так. Ваша пицца. Какой аромат! Налетайте! С ней что-то не то? Мне не нравится. Wow. Вы даже не пробовали. Может, кусочек? Это не то. Ew. Слишком мало начинки. Поставлю обратно. Я тоже не хочу. Ew. Может, ты съешь? Чего им не хватает? У меня идея! В холодильнике точно что-то найдется. Начинка на любой вкус. Мясо и арбуз. Ну и вкусы у будущих мамочек. Другое дело. Я в восторге. Милый, попробуй кусочек.
О, тебе плохо? Лалилу, будущим родителям нужно тренироваться. Плюшевый фоамиран. Примерим на пупсика. Украсим наклейкой. Еще бутылочка. Слайм подойдет. Поместим в колбочку. Разрежем пипетку. Нарисуем шкалу. Не забудем про соску. Спасибо, Лалилу. А где же инструктор? Опаздывает. Всем привет. Нужен доброволец. Может, ты? Ой, я стесняюсь. Нет. Давай, все получится. Ты справишься. Let's go. Милый, только не волнуйся. Шаг первый. Учимся менять памперс. Только не это. Готовы. Вот ваш подгузник. Страх и гнев очень стараются. Мы все. Все неправильно. Ниже. Ух, держу. Так-то лучше. Юпи. Молодцы. Теперь учимся кормить малыша. Давайте я попробую. Okay. Куда дальше? Сюда? Нет. Что вы делаете? Смотрите. Хорошо вжился в роль. Вкуснятина. Есть. Шаг третий. Уложим ребенка спать. Вот кроватка. Тяжелый. Давай я. Вперед. У гнева отлично получается. Эй, ты что, правда уснул? Я? Нет. Милый, ты чудесно справился. Награды за старание. У всех по медальке. Я выиграл? Эмоции будут отличными родителями. Надеюсь, у них все получится. Возьмем лего. Разноцветные краски. Заполним углубление. Целая палитра. Просушим в лампе. Немного ворсинок. Трубочка из бижутерии. Зажмем плоскогубцами. Придадим форму. Сделаем еще несколько. Сложим в коробку. Мамочкам понравится набор для боди-арта. Девочки пришли в парк. Мой животик, малыш пинается. Тише, тише, маленький. Животики стали такими большими. Давайте их украсим. Держи. О, что это? Посмотрим. Это же набор красок для кожи. Давай я разрисую твой животик. А это точно безопасно. Что же это будет? Арбуз? Как настоящий, да? А кто следующий? Я! Веселый животик для радости. Щекотно. Мы тоже хотим. Разрисуйте нас. Конечно, сейчас. У брезгливости прекрасно получается. Супер! Только брезгливость осталась без рисунка. Я принес мороженое. Ого, рисунки. Это тебе, дорогая. Твой животик самый красивый. Давай я тебя разрисую. А ты сможешь? Всем привет. А что вы тут делаете? Я соскучился. Смотри, какой арбузик. Он спелый. Началось. О, что делать? Вызывайте скорую. Уже звоню. Поспешим в больницу. Мамочка, не нервничайте. Что мне делать? Чем помочь? О нет, милый, что с тобой? Вставай. Кто-нибудь, на помощь. Нужно его переложить. Какой тяжелый. Давай сюда. Ой, нет. Как же его поднять? Ну же. Только кроссовки. Мамочка, вам нельзя напрягаться. Стойте, я помогу. Эй, просыпайтесь. А если так? Ставь лайк, чтобы смущение скорее очнулся. Что? Что происходит? Животик. Вот-вот начнется. Ложитесь, дышите. Не нервничайте.
кто спрятался в арбузике? Перекрасим волосы. Сделаем хвостик. Нарисуем личико. Пышная юбочка. А вот и сестрички. Милые малышки. Отнесу вас мамочке. Вот ваши детки. Мои девочки. Они чудесные. Ты так похожа на меня. Я теперь папочка. Йиппи. Мы пришли знакомиться. Ew. Что за запах? А где мои детки? Они пропали. Oh, no. Куда же спрятались тройняшки? Напиши в комментариях. Где вы, ку-ку? Да вот же они. Проказницы. Все эмоции счастливы. Ew. Надо поменять памперс. Возьмем прозрачный шарик. Вытащим содержимое. Проделаем отверстие. Нужна краска. Розовая. Покрасим крышечку. Прикрепим спереди. Стеклянные линзы. Лалилу, что делать с запахом? Попробуй это. Спасибо. Ты испачкалась? Ложись сюда. Где мои салфетки? Малышка будет чистенькая. Вот так. А куда выкинуть? Точно. Теперь купаться. Сколько пены. Помоем с мочалкой. Вот так, моя маленькая. Идеально чистая. Теперь спать. Брезгливость отлично справилась. Посидишь с нашими детками? What? Я только присела. Они здесь тихонько поиграют. Ведите себя хорошо. Что мне с ними делать? Bye. Ew. Ну и запах. Где мой противогаз? Uh-huh. Так-то лучше. Нужно сменить 4 подгузника. Фу, вот и все. Сладких снов, детки. Пора подготовиться к празднику. Я помогу. Разгладим картон. Нарисуем полукруг. Вырежем по форме. Получился колпачок. Нужны помпоны. Зафиксируем на кончиках. Праздничная гирлянда. Все почти готово ко дню рождения. Привет, печаль! Я принесла украшения и колпачки. Давайте наденем. Мы развесим гирлянды. Будьте осторожнее. Okay. Сейчас упаду. Что? No. Ловлю. Успела. Спасибо. Страх. Ты любишь радость? Нет-нет. Ты не так поняла. Вот тебе. Драка, драка. Дети, мы уходим. А что произошло? Радость. Доставка шариков. Это вам. О нет, радость улетает. Мамочка. Держу. Нет. Bye. Мама. Привет. Какая красавица. У нас будет малыш. Что? А вот и она. Поприветствуем малышку отвращения. Как быстро летит время. Затонируем волосы. Теперь глазки. Эй, постой. Разрежем ленту. Напиши в комментариях, сколько тут шариков. Наденем ботиночки. Ах, моя маленькая. Пойдем к папочке. Вот мы и дома. Я скучаю по маме. Зато теперь у тебя есть сестренка. Будете жить в одной комнате. А где вторая кроватка? Я схожу за ней. Okay. Что это за мусор? Нет, это сапог мамочки. Я выкину его. Ой, интересно. Это же книжка счастья. А это что? Как весело. Отдай. Нет. Это все из-за тебя. Посмотри, что натворила. Его место в мусорке. А вот и кроватка для малышки. Можно попрыгать. Great. Я никому не нужна. О нет, мои деревья.
ты все сломала. Сапожек я нашла. Мама! Моя маленькая. Ты наказана. Только любимая игрушка утешит. Мягкий помпончик. Сверху ткань. Прикрепим носик. Ушки. Пришьем лапки. Напиши в комментарии, какой цвет выбрать. Идеально! Румянец на щечке. Какой милый зайка! Где мой попрыгунчик? Держи, милая. Будем играть. Подожди меня здесь. Что она там делает? Садись в коляску, укроем пледиком. Баю-баюшки-баю. Тоже хочу играть. Это мой зайка, не трогай. Твой попрыгунчик у меня. Стой, а ну отдай. Я буду с ним играть. Остановись. Отвращение, отдай. Мой попрыгунчик, это все ты. Не достанешь, не достанешь. Получай. Что? Сиди тут. Не буду. Иди-ка сюда. Точно. Тебе самое место в шкафу. Зайка, я тебя зашью. Бедняга. Что тут происходит? Где отвращение? О нет, доченька. Ты наказана. Начинай убираться. Это несправедливо. Соберем башенку. Покроем акрилом. Придадим текстуру. Пройдемся зеленым. Теперь голубой ярус. Украсим мхом. Веточки. Белый фетр превратился в облачка. Лучики на вершину. У кого-то скоро день рождения. Наконец-то этот день настал. Заправим постель. Сегодня мой день рождения. Торт просто отличный. Крошке понравится. Ух ты, что там? Отвращение? Почему на моем тортике ее фото? Потому что он для малышки. А вы помните, какое сегодня число? Меня никто не поздравил. Это все мне? А кому же еще, милая? Я никому не нужна. Ой, а это что? Возьмем шерсть. Сваляем тельце. Выберем булавки. Сделаем из них глазки. Милые ушки. Маленький носик. Подкрасим щечки. Лаликадабра. Чудесный малыш. Приветик. Счастье точно понравится. Hi. Солнышко, с днем рождения. Мамочка, ты помнишь? Твои сапожки. Вот, держи второй. Thank you. А это твой подарок. Wow. Какой милый. Назову тебя Пушистик. Заботься о нем. Okay. Что за шум? Надо проверить. Хомяк, он наверняка заразный. Ew. Алло, служба контроля грызунов? Не бойся, мы защитим Пушистика. Ему тут не место. Снимите его, снимите. Иди ко мне, малыш. Oh мой нос. Где грызун? Вот он. Пушистик, беги. Ловлю, ловлю. Попался. Нет. Отдайте его, он добрый. Не плачь, милая, все будет хорошо. Мне нужен доктор. Ой, что это там? Пойдем, милая. Скорая прибыла вовремя. Кому нужен врач? О, ваш нос. Ничего, сейчас поправим. Так-то лучше. Пока-пока. Что тут произошло? Милый, ты как? Мой носик. Дорогая, пойдем в дом. Захватим с собой крышечку. Покроем ее акрилом. Нужна тонкая проволока. Скрутим деревце. Обмотаем липкой лентой. Отлично. Шарики. Найдем мох. Подровняем его. Пышные кроны.
Затонируем зеленым. Мое любимое деревце. Отнесу домой. Вот сюда. Достаточно света. Полью еще немного. Пусто, нужно набрать. Есть идейка. Организуй счастье в проблемы. Ну вот, мамочка здесь. Кто это сделал? Признавайся, это ты? Я ничего не делала. Я тебе не верю. Вот следы. Меня подставили. Сработало. Я попробую все исправить. Давай же. Не получается. Бедное деревце, я вылечу тебя. Так дальше не пойдет. Возьмем мыльницу. Голубая лучше. Наметим заготовку. Отлично. Вставим спонж. Обернем кусочек тканью. Затонируем пастелью. Прорисуем детали. Глазки. Ушки. Колесики для чемодана. Вставим ручку. Можно отправляться в путь. Я так больше не могу. Хочу уйти. Нужно собрать вещи. Без подушечки никак. Вот сюда, мой любимый кактус. Давай, влезай, игрушка. Вот только достать бы. Ой, держу. Мама бы мне помогла. Пора идти. Прощай, милый дом. Малышка, осторожнее. Они даже не заметили. Ну тогда держитесь. Это точно привлечет внимание. Что за поведение, юная леди? Мое деревце! Счастье ушла из дома. Пойду искать маму, она меня понимает. Фу, устала, присяду отдохнуть. А, доченька, почему ты одна? Мамочка, ура! Я ушла из дома. Ох, милая, теперь все будет хорошо. Пойдем. Ничего себе, это же брезгливость и страх. Это тебе, любимая. Спасибо, милый. Вот это да, нужно рассказать папе. Возьмем фотоаппарат. В голубом будет лучше. Прорисуем детали. Зафиксируем линзу. Камера готова снимать. Радость, поспеши. Ну же, мама, давай. Злость, должен это увидеть. Моя дорогая брезгливость. Мне так хорошо с тобой, страх. Быстрее к папе. Счастье и радость принесли доказательства. Злость. Радость, зачем ты пришла? А это что? Брезгливость, тебя не любит. What? Они сейчас в парке. Я должен сам увидеть. Дорогая, как ты могла? Ох, милый, прости. Что это значит? У нас есть фото. Вылезай. Okay. Кого же выбрать? Страх подходит мне больше. Мамочка, я хочу с тобой. Останешься с папой. О нет, мама меня бросила. Не плачь, останешься с нами. Счастливая семья снова в сборе. Давайте сделаем общее фото. Лалилу, можешь нас сфотографировать? Конечно. Возьмем фотографию. Понадобится воздушный пластилин. Напиши в комментариях, а какой цвет твой любимый. Подготовим рамку. Прикрепим заготовки. Вуаля! Сформируем сердечко. Нанесем надпись. Проставим точечки. Вставим снимок. Держите. Спасибо, красота! Повесим фото на стену. Какая яркая рамочка! Чем теперь займемся? Может, поиграем? Стоп-стоп, а к школе все готовы? Уроки? Я буду скучать по тебе. Вот тебе мой бантик, скоро вернусь. Вот твои вещи. Спасибо, я побежала. Нужно найти злость. Хочу порадовать тревожность, уже не терпится ей показать. Устрою ей сюрприз. Ну уж нет, у меня есть план. Так-то лучше. Милая, готова?
Фу, что же там? Посмотри. И это твой сюрприз? Радость! Меня подставили! Злость! Но ведь я люблю тебя! Уходи! Он любит меня! Но! Пока-пока! Как же так? Почему? Прости, любимая! Не хочу тебя видеть! Она должна простить меня! Лалилу, помоги с подарком! Возьмем Фоамирана, соберем складки, выберем трубочку, отрежем кусочек, вставим заготовку. Открывается. Зальем термоклеем. Выберем бусину. То, что нужно. Веер поможет охладиться. Спасибо. Эх, я тоже хочу, чтобы ко мне относились как к принцессе. Милая, смотри. Это опахало. Мне не нравится. Хочу другие подарки. Всего и побольше. Что-то точно подойдет. Все для тебя одной. Чтобы не было жарко. Хочется кушать. Но не это. Злость. И что будешь делать? Поехали в Макдональдс. Давай, мне гораздо лучше. Готово? Да. Мы на месте. Домчались с ветерком. Они все еще вместе? Животик урчит. Официантка. Это мой шанс. Привет, я новая официантка. А где твоя форма? Лалилу? Конечно, все ради любви. Наметим контуры. Вырежем по линиям. Сделаем сборку. Добавим ленточку. Фирменный значок. Теперь красный фоамиран. Кепочка готова. Радость, примерь. За работу. Заберу заказ. Сюр стрёминг. Одной рыбки хватит. Прошу. Ням-ням, как вкусно. Ой-ой-ой, мой живот. Что с тобой, Фи? Прости, я сейчас. О нет, закрыто. Ура, план сработал. Злость, сделай что-нибудь. Радость, иди сюда. Я знаю, что делать. Порадуйте мою любимую. Я нарисую лучший портрет. Готово? Так это ты испортила воздух. Нет, это не я. Отдай. Отпусти. Нет. Ох, милый, что с тобой? Срочно на помощь. Подготовим материалы. Добавим детали. Прикрепим кнопку. Теперь кармашек и лямки. Сколько тут всего? Измерительная шкала. Отпилим часть. Ставим внутрь. Еще баночки. Нужно больше полезных вещей. Да тут целая аптечка. Быстрее беги к любимому. Милый, я принесла лекарство. Нужен бинт. Замотаем руку. Но у меня просто царапина. Нет-нет, я лучше знаю. Вот так. Это еще не все. Нужно померить температуру. Вот тебе кресло. Нет. Сначала рентген. Теперь укольчик. Это уже слишком. Тревожность немного увлеклась. Мне не нужны повязки. О нет, сделаю новые. Нет. Стой, тебе нельзя бегать. Скорая. Срочно заберите его. Вам нужно в больницу. Спасите моего любимого. Нужно выпустить пар. Найдем подходящий эскиз. Вырежем по контуру. Фото радости. Сделаем дротики. Посеребрим их. Доска для дартс готова. Скорее, мне нужно в больницу. Спасибо. Вы скоро поправитесь. Не хочу тут лежать. Капельница поможет.
Милый, тебе лучше. Я принесла комиксы. Не хочу читать. Может, поешь? Нет, убери. Что же тебе поднимет настроение? Придумала. Давай играть в дартс. А это идея. Повесим сюда. Раз, два, три. Оп! В яблочко. Ты такой меткий. Спасибо, любимая. Что же это такое? Поможем злости сделать предложение. Нужно только донышко. Выберем глиттер. Покроем поверхность. Стряхнем лишнее. Стержень для пистолета. Отрежем кончик. Пройдемся лаком. Бутылочки для челленджа готовы. Если она угадает порядок, я сделаю предложение. Yeah. Пока спрячу кольцо. Любимая! Так, что тут у нас? Ого, кольцо. Тревожность, сегодня не твой день. У меня для тебя сюрприз. Помоги тревожности угадать правильный порядок. Пиши ответ в комментариях. Синий. Куда же его? Давай, любимая, у тебя получится. Готово. Ура, у меня получилось. Тебя ждет приз. Смотри. Что? Это же камень. Где кольцо? Его украли. Может, он меня не любит? Да, он любит меня. Где же оно? Может, тут? Стоп! Это ты украла кольцо. А ну отдай! Нет! Это не тебе! Милая, ты выйдешь за меня. Что? Да, я согласна. Идем готовиться к свадьбе. Приготовим свадебный торт. Лаликадабра. Добавим цвета. Украсим глазурью. Вот это красота! Используем Элмерс. Глиттер. Фигурки жениха и невесты. Роскошный торт. К свадьбе все готово. Жених опять злится. Невеста опаздывает. Ну где же она? Успокойся, приятель. Все будет хорошо. А вот и невеста. О, моя любимая, я так счастлив. А если кто-то против этого брака, пускай говорит сейчас или молчит вечно. Ах, нужно успеть. Я согласен. И я согласна. Нет, я против. Он любит меня. Радость, уходи. Любимая, не слушай ее. Ох, разбирайтесь без меня. Посмотри, как мы были счастливы. Она всему помешала. Что это? Я ухожу. Прости меня, радость. Я понял, что люблю тебя. Кажется, фигурки нужно заменить. Любовь победила. Эй, Аист, кого ты принес? Пополнение в семействе. Спасибо. Привет, малютки. Сделаем их похожими на родителей. Сначала малыш Злюка. Раскрасим глазки. Ух, какой! Обработаем пилочкой. Посыпаем каниколоном. Возьмем войлок. Вырежем его. Вуаля, вылитые мама с папой. Идите на ручки. Ангелочки. Моя маленькая радость. Мой любимый Злюка. Как похоже на нас. Семейная идиллия. Какие милые. Смотри, кто это там? Любимый, глянь. Радость, привет. Как ваши дела? Похоже, любовного треугольника больше нет. Вас ждут новые семьи. Кто там? Ой, малышка. Что, ребенок? Откуда ты тут? Мы стали родителями. Деткам нужно место для игр.
Выберем фетр. Вырежем фигурку. Возьмем Элмерс. Подберем маркер. Посадим елочку. А вот и солнышко. Установим скамейку. Отличный игровой центр. Какую же площадку выбрать? Поиграйте вместе. Как здесь красиво. Лавочка. Солнышко. Мне не нравится, и куст мешает. Лучики колючие. Прыг-скок. Весело тебе. А тучки любишь? Гром и молнии. Не боишься? Цветочки. Такие красивые. Какой аромат. Это тебе. Зачем он мне? Еще увидимся. Лалилу, мне пора стать старше. Сменим прическу. Умоем личико. Изменим цвет глаз. Прикрепим прядку. Наденем платьице. Радость готова идти в детский сад. Вау, велосипед! Доченька, ты куда? Иди ко мне, малышка. Окей. Это твоя воспитательница. Hi. Поиграешь с детишками? Yes. Тогда я пойду. Oh, okay. Давай дружить. Будем играть в догонялки. Смотри, а здесь весело. Не хочу в садик. Тебе здесь понравится. Не хочу. No. Вечером тебя заберем. Let's go. Хочешь поиграть? А? Давай прокатимся. Кто быстрее? Хочу быть первым. Stop. Ouch. Wait, ты как? Я в порядке. Остановись. Hey. Поймала? Yes. Алло, срочно заберите сына. Что случилось? Держите. Он разгромил весь детский сад. Пойдем домой. Поиграйте пока здесь. Ура, мячик! Лови! Нарисуем разметку. Спилим неровности. Овечка! Пока-пока! Вот и четыре ножки. Милый пятачок. Зафиксируем ушко. Нарисуем денежные знаки. Свинка-копилка поможет накопить денежки. Спрячем ее на площадке. Малыш, хочешь поиграть? А? Молоточек. Получай. Максимальный балл. Вот это да. Злость, приветик. Hey. Поиграем в песочнице. Let's go. Запрыгивай. Поиграем в пиратов. Отыщем сокровище. За дело. Злость, аккуратнее. Я помогу тебе. Ага, я нашел. Вау, копилка. Она моя. А что внутри? Сейчас узнаем. Нужно разбить ее. Лоли-доллары. На всех хватит. Покупайте мороженое. Можно на все. Please? Конечно. Ребята, угощайтесь. Great. Я и тебе взяла черничное. Пора домой. Ага. Ну, папа. Захватим с собой палочку. Отрежем наискосок. Пройдемся кистью. Нанесем надпись. Открутим колесики. Теперь это шайба. Набор для игры готов. Привет, я на тренировку. Ты опоздала. Скорее собирайся. А какие коньки выбрать? Бери эти. Точно? Да, конечно. Ой-ой-ой! Это был пранк. Что происходит? Скорее ставь лайк, только тогда у меня точно все получится. Держи коньки. Ну что, сыграем? Клюшка, не подведи.
Отбила! Это кто сделал? Надоел со своим хоккеем. А радость, молодец.